горшки с маслом оказались хорошим дополнением к арсеналу, и ваше знание тактики вместе с новым оружием позволило отбросить многочисленные войска кабана. В соседнем графстве люди доведены до отчаяния огромными налогами кабана и готовы начать восстание. Пришла пора отомстить за смерть лорда Вулсака. И если вам удастся победить, чаша весов склонится в нашу сторону. Вы должны захватить последнее графство кабана и осадить его крепость. Однажды вам уже удалось ее взять. Но с тех пор замок был заново отстроен, нанят новый гарнизон, и теперь все будет гораздо сложнее. Простого тарана вам вряд ли хватит. Для штурма высоких стен вам понадобятся осадные башни. Можете рассчитывать на нас. Куда пойдем? Есть наша светлость. Всегда готовы. Послание от кабана. Беги, цыпленок. Ладно, решай. Можете рассчитывать на нас. Мы уже идем. Выступаем. Есть ваша светлость. Мы уже идем. Куда пойдем? Выступаем. Всегда готовы. Ваше светлость. Что нам делать? Есть ваша светлость. Мы уже идем. Выступаем. А? Есть ваша светлость. Можете рассчитывать на нас. Мы уже идем. Куда пойдем? Всегда готовы. Выступаем. Ваши указания? Есть ваша светлость. Что нам делать? А? Можете рассчитывать на нас. Мы продолжаем поход. Заняли еще одно графство. Да! Мы уже идем. Мы пехота. Мы идем. Куда пойдем? Выступаем. Всегда готовы. Ваши указания? Что нам делать? Кровь? А? Можете рассчитывать. Куда пойдем? Всегда готовы. Мы все выразим. Шевелитесь, собаки! Вам понадобилась сила? Что? Да, босс! Давай, давай! Ваши указания? Есть ваша светлость. Да? Загрузка. Вам понадобилась сила? Что? Столько идти? Да! Выступаем. Да, босс. Куда пойдем? Есть ваша светлость. Всегда готов. Немедленно! Мы пехота! Ненавидим!
Вам понадобилась сила? Милорд, таран готов. Разнесем ворота. Перемещаем таран. Что такое? Хватит помыкать мной. Ладно. Милорд, таран готов. Разнесем ворота. Да? Мы пехота. Что? Сколько идти? Мы идем! Шевелитесь, собаки! Давай, давай! Не покойничай! Мы идем! Ты, блядь, пехота! Шевелитесь, собаки! Таран готов. Перемещай таран. Перемещай таран. Перемещай таран. Перемещай таран. Да. Решайтесь. Хватит помыкать мной. Дайте угадаю, рыть надо? Что надо сделать? Вперед и вниз. Башня построена, сэр. Идем во тьму. Лучники готовы. Мы идем. Башня построена, сэр. Чего изволите? Давай, давай! Что? Вам понадобилась сила? Кажется, мы готовы. Приготовить лестницы! Мы домой идем. Приготовить лестницу! Да, сэр. Поднимаем лестницы! Да, сэр. Мы идем!
совсем не нравится. Да? Мы пехота! Чего его? Дайте ее! Парни! Вам она не дает, не пойму, что это будет! После гибели кабана только волк преграждает вам путь к победе. Не успела осесть пыль сражения, как вам передают сообщение от сэра Лонгарма о том, что их армия во главе с королем занялась следующим графством, все ту же затягивая петлю на шее волка. Пока волк вдали от новых владений собирает войска, в некоторых из них уже начались восстания. Впечатляюще. Но в следующий раз, когда вы увидите мой стяг, я сам буду стоять под ним. Дела идут неплохо, но будьте осторожны. Волк принципиально отличается от всех прочих тварей, с которыми вы до сих пор имели дело. Шлю вам своего лучшего аптекаря. Возможно, он окажется вам полезен. Начните окружение волка с постройки форта на границе его земель. Потом можете подпустить его людей к себе, но будьте начеку. Возможно, они постараются заразить чем-нибудь ваших солдат, так что примите меры предосторожности. Мечники и баллисты составят ваше преимущество. Что надо делать? Черт, горячо. На плечо. Послание от волка. Я убью тебя, и весь твой сброд. Идем в ваших приказах. Не хватает оружия, какие сэр. Какие будут указания? Уже идем. Нас атакуют войска волка! Это не является. Нет свободных людей для этого. Не хватает оружия. Противник пал. Ждем ваших приказов. Не хватает рекрутов, сэр. Да?
Мы идем. Запасы провизии убывают, мой лорд. Наш золотой запас стабилен. От волка. Твои дни в этом мире сочтены. Молись. Ждем ваших приказов. Не хватает оружия, сэр. Лучники готовы. Мы уже в пути. Мой лорд. Инструменты готовы. Я весь в ожогах. Давайте задание. Не хватает. Нас атакуют войска волка! Аналоги-то великоваты, милорд. Не хватает оружия, сэр. Внимание! Не хватает оружия, сэр. Внимание! Мой лук к вашим услугам. Уже идем. Мы идем. Милорд, мы уже в пути. Уже идем. Мы идем. Какие будут указания? Мы уже в пути. Идем в ваших приказах. Да? Уже идем. Мы идем. Говорят, что король занял еще одно графство безо всякого сопротивления. Лучники готовы. Они все построены, они боятся.
Запасы золота неуклонно растут, сэр. Я крепко держался. Запасы золота неуклонно растут, сэр. Провизии осталось мало, думаете? Ждем ваших приказов. Не хватает оружия. Послание осколка. А ты сражаешься получше своего отца, честное слово. Нужно больше золота. Милорд, какие будут ждем указания? Ваших приказов? Да? Мы уже в пути. В казну поступает золото, сэр. Кормежка неплохая. Доброе утро, ваша светлость. Ждем ваших приказов. Нужно золото. Лучники готовы. Уже идем. Нужно дерево. Ваша популярность падает. Наш золотой запас стабилен. Послание. Я разнесу осколка. Твой замок. Не оставлю камня на камне, но получу твою голову. Нас атакуют войска волка! Мой лук к вашим услугам. Это нельзя здесь разместить, милорд. Провизия осталось мало. Это нельзя здесь разместить, милорд. Это нельзя здесь разместить, милорд. Мы идем. Ваша популярность растет. Правительство почти не осталось. И будут указания. Ну и запах от этой гадости. Это нельзя здесь разместить, милорд. Это нельзя здесь разместить, милорд. Oh, my God.
Лучники готовы. Мы уже в пути. Провизии осталось мало. Не выдержали нашего натиска. Эй, обернись, ты у меня получишь.